Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И следующая ошибка психолога, когда он слишком много говорит о своей программе, рассказывая какие-то тонкости, рассказывая какие-то подробности о том, что будет происходить, как будет происходить на первом этапе, на втором, на третьем, на четвертом. То есть он открывает ящик Пандоры перед клиентом. Я слышала достаточно часто такое выражение от психологов, которые говорят: «Я всегда говорю клиенту, что он будет плакать, что мы будем работать с мамой, с папой, что придется прорабатывать очень глубокие темы, что он точно будет плакать и страдать, но зато потом ему будет хорошо». Да, возможно, на это согласятся какие-то люди. Я предполагаю, что есть часть людей, которые сразу готовы пойти в такие процессы. Возможно, у них уже есть какой-то опыт работы с психологом, и они согласятся. Это нормально. Но я предпочитаю 11 часов. Ни в коем случае не говорить клиенту подробно о программе. Тем более я знаю, что программа в процессе все равно немножко изменится. Да, у меня есть общие штрихи, да, есть какой-то план, по которому я иду. Даже работая с психологами, у меня есть даже несколько программ, заготовленных для каждого психолога, для каждого уровня, на который хочет выйти психолог, для 100 тысяч, до 500 тысяч рублей. В группе работа индивидуально, мы прорабатываем разные какие-то темы, идем всегда по разным планам немного. Но клиент приходит с разным уровнем подготовки, с разной степенью готовности к тем или иным процессам, и мы не знаем, в какой точке он находится сейчас, когда мы встречаемся с ним в первый раз. Мы не можем оценить до конца, насколько наша программа для него подходит вот в том виде, в котором она есть сейчас. Поэтому мы ни в коем случае не открываем ящик Пандоры, а мы спрашиваем клиента про тот результат, который он хочет, про тот результат, к которому он стремится, чего он хочет. И именно под его слова, под его результат, ориентируясь на него, помните, наша задача ориентироваться на клиента, мы под него нашу программу корректируем. Именно под него. Поэтому, коллеги, не открывайте ящик Пандоры. Клиент может просто заскучать, когда вы начнете ему перечислять все составляющие вашей программы, которая, возможно, даже не нужна ему в том виде, в котором вы ее представляете. На сегодня все. Всем ромашек и клиентов.